Новочебоксарск отметил 57-летие со дня своего основания. Ко дню города подготовили оригинальную праздничную программу. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Город – это я. Красочное действо на центральном стадионе, на сцене, правнуки, первостроители города. Свой день рождения самый молодой муниципалитет республики празднует с размахом. Лет только начало большого пути. Глава республики отмечает, что у города хорошие перспективы. Строятся новые кварталы, благоустраиваются дворы. В этом году из регионального бюджета были выделены большие средства на ремонт дорог. Город в республике самый молодой, проживает уже почти 130 тысяч населения. И за эти годы люди строили будущее. Горожане любят свой город. Они говорят: мы – это город. Так будет навсегда. Ко дню города новые объекты. В Новочебоксарске открылся современный кинозал. Это долгожданный подарок для горожан. Желаю, чтобы наш город жил и процветал еще многие века. Новочебоксарск! В Новочебоксарск влюбились и солисты, и известные группы «Челси». Сразу же влюбились в чистейший воздух, который по сравнению с московским просто сразу же бьет в голову, скажем так. Пульсом бьет бит. Кумиры миллионов исполнили известные хиты. Вместе с артистами пели и горожане. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.